Это вкусно и полезно. Новинки магазина «Здоровье. Народная аптека» заинтересуют вегетарианцев, сыроедов, спортсменов и всех тех, кто ведет здоровый образ жизни и полезные продукты включает в свое повседневное питание. Представлена целая серия разнообразных каш, конопляные, льняные, кедровые, которые не требуют варки. Эти кашки изготовлены с учетом старинных русских рецептов, на которых выросли богатыри. Конопляная кашка очень-очень полезная, очень насыщенная белками. В ней очень много макро- и микроэлементов, причем многие из них покрывают суточную дозу нашего организма практически на 50%. Эта продукция пользуется у нас очень большой популярностью. И не только потому, что это вкусное, здоровое и полезное питание, но еще и потому, что это самые низкие цены в городе на эту продукцию. Всем известно, что 55% здоровья зависит именно от питания. Остаться здоровыми и полными сил помогут специалисты Новосибирского научно-производственного объединения «Компас здоровья». Их полезные продукты теперь на полках магазина «Здоровье. Народная аптека». Помимо каш, льняные флаксы или крекеры с наполнителем в виде брусники, клюквы, банана – альтернатива неполезным чипсам. Из новинок народной аптеки полезное лакомство в виде белевской пастилы из Тульской области, а также белевский зефир. А эликсиры омега-3 с солодкой имеют четкую направленность, будь это желудок, сердце, почки или легкие. Я сейчас держу в руках эликсирчик, который называется «Стоп-геморрой». Здесь льняное масло, которое богато омега-3, это полиненасыщенные жирные кислоты, помогающие выводить ненужный холестерин из нашего организма и проводящие профилактику атеросклероза. И также здесь растительная композиция, которая помогает регулярному опорожнению кишечника, снимает венозные какие-то проблемки. Добавился ассортимент жиров. Есть теперь кроме барсучьего и норкового, сурковый, собачий, медвежий. Сейчас в народной аптеке акция. Товар продается с большими скидками. Магазины «Здоровье. Народная аптека» расположены в гипермаркете «Магнит» на Новой Заре, в торгово-развлекательном центре «Олимп» и на торговой галерее напротив «Детского мира». Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».